В оздоровительный физкультурный центр доктора Бубновского «Здоровье нации» ежедневно приходит большое количество людей, у которых есть заболевания и шейного, и грудного, и поясничного отделов позвоночника. Практически все из них долго и безуспешно лечились в классической медицине, мануальной терапии и, разуверившись во всем, приходят сюда. Результаты очевидны. Пришла с очень сильными болями в плече. Рука не поднималась более чем на 90 градусов. Спасибо ребятам, они просто вылечили мне плечо, они вылечили мне головные боли, они улучшили качество моей жизни, и как бонус я похудела в этом зале. Пришел в центр после двух инфарктов, после операции на сердце. Лежал. Потом начал ходить, но и спину, и суставы все было. Начал заниматься. Через 1.5-2 месяца спина встала в норму. Сейчас занимаюсь суставами. Вес 10 килограмм минус. Поднимаюсь, бегаю, прыгаю. В чем же секрет столь чудесного выздоровления? Наша методика заключается в лечении движением. То есть мы не используем ни медикаменты, ни мануальные воздействия. То есть здесь пациент лечит себя сам. Под контролем инструктора, по назначению врача, кинезитерапевта, пациенту прописывается, рекомендуется определенный объем упражнений, определенные движения, которые позволяют вылечить его от той проблемы, которая у него есть. Лечение движением, кинезитерапия – наиболее естественный подход к решению проблем заболевания позвоночника и суставов. Специально разработанные тренажеры и индивидуально подбираемые комплексы упражнений для пациентов любого возраста позволяют во время лечения не создавать нагрузки на позвоночник, гармонично развивать все группы мышц и правильно воздействовать на те из них, которые нуждаются в коррекции. Все упражнения делаются с одной целью – для того, чтобы восстановить кровообращение. Потому что проблемы в пояснице, проблема остеохондроза – это, по большому счету, проблема кровообращения. Когда из-за того, что мы ведем малоподвижный образ жизни, идет застой крови в глубоких мышцах спины. Это приводит к тому, что наши хрящики межпозвонковые, они начинают со временем высыхать и разрушаться. И здесь, опять же, задача в том, чтобы восстановить этот кровоток, восстановить питание хрящей и восстановить саму структуру этого хряща. Поэтому мы и совершаем различные упражнения. Метод лечения заболеваний позвоночника и суставов доктора Бубновского не имеет аналогов в мире по конечным результатам. Люди избавляются от костылей, корсетов и страха перед любыми нагрузками. Правильное движение лечит, а неправильное калечит. На первом этапе помочь в этом могут только профессионалы. Ваше здоровье в ваших руках.